Ну, вон собака. Ой, я написала на собаку. Ой. Фу, какая. Вообще, я не хочу. Ой, тут графика, мне кажется, даже лучше, чем в Obsidio. Устройте барбекю в спокойной обстановке со своими друзьями. Замечательно. Так, друзья у меня на картах ползают. Барбекюшница. Так. Нам нужно ее сначала разжечь, правильно? Недостаточно источника. То есть ты мне не помогаешь вообще никак, да? Я пыталась. А, вот же они, подожди. Растопка. Вот она. Растопка. Подожди. Так, все, растопка готова. Выкинуть. Спички. А, или что это такое? Уголь? Уголь какой-то. Давай. Я грильщик от бога. Я выпила пиво. Так, смотри. Мы открыли холодильник. У нас есть, мы можем приготовить какую-то курочку, котлеты. Вот лук нашла. Ребра. О боже, о боже. А, подожди, мы еще можем готовить на газовке, оказывается. А, мяско есть, да. Что у нас? Соль. Соль сколько надо? Как понять? Так, выбросить, использовать. Соль, ой, тихо, тихо. Главное не переборщить. Так, перец. Перец, соль, тимьян, перец. Перец берем. Так, тихо. Что это такое? Мята. Мята и еще какой-то номер непонятный. Вот мята. Берем мяту. Берем масло и пытаемся поливать. Он почему-то не хочет ее поливать. Может, ее надо как-то в процессе? Короче, ладно, сырые ребра. А, так. Может, все-таки получится? Нет? Ты не хочешь полить? Мясо упало. На пол. Ты посмотри, как гриль разжечь. Что ты ходишь? Томат. Так, вы должны пользоваться туалетом. Так, подожди, пойду я туалетом попользуюсь. Туалетом П пользоваться. Так, ваши руки заняты. Так лучше? А, недостаточно источника, мне нужно попить. Подожди, мне нужно попить. Вот это вот то, что мне нужно попить. Ты не забывай, да, нужно пить, короче. Нужно пить, спать и есть. Нам нужно будет сейчас есть, а мы еще ничего не сделали. Есть. Выкинуть горелку. Закрыть, вот. Так, лопатка. Ай, блин. Я мух тут луплю. Подожди, да... Короче, одна часть на 14% приготовилась. Ты где вообще? Так, 60%. На свою грильницу, пожалуйста. Блин, я не знаю, как перевернуть. У меня уже на 105%. Е. А, вот, все, подожди, я понял. Во-во-во-во-во. Блин, я засу сейчас огонь себе. Так. Блин, где? Где? Как выкинуть? Да, не попал. Почему лопатка, кстати, ничего не делает? Да, ну и сосиска быстрее жарится. Ну это же хорошо. Смотри, 78, 9. О, вы начинаете голодать. Так, 90 в 100. Все, готово. А, выброси, а как мне съесть? Нужны, наверное, тарелки нам какие-то. Так, стол. Я положил на стол. Так, что по тарелкам? У нас есть тарелки? Да, вот. Берем тарелку.
Так, берем барбекюшку. Ну-ка. Да. Как? Как мне это сделать? Она не кладется. Так, тарелка. Аккуратно ее можно поставить, использовать, выбросить, закрыть. Так, приготовленная. Чистая. Е. Так, Т. А, все, я нажал. Я нажал Т и съел. Нажми Т просто. Ну, выкинь ее на пол, типа, и этот. Так. А, о. Вставай. Вставай. Мы потерялись в знания. Вставай, дерись. Тебя поднять как-то? Нужна помощь, иначе вы возродитесь. А как тебя? Можешь мне помочь как-то? Ну, не знаю. Лё, ты крыса, еще добиваешь меня? Да я не знаю, как тебя поднять, здесь ничего не написано. Все, ты исчезла. Начинайте голодать, мне нужно покушать. Мне нужно покушать. Там наверху пицца есть. С собакой только одно взаимодействие. Да. Ее можно только обоссать. Ну, неплохое взаимодействие.